Напиши приказ, пожалуйста. Подписать приказ, написать сценарий, проконсультировать по телефону. День Камилы Абубакировой расписан по минутам. Девушка хорошо учится в ВУЗе, занимается танцами, а год назад ее выбрали специалистом студенческого актива республики. А теперь выбор за ней. В воскресенье Камила впервые проголосует на выборах президента. Я буду голосовать впервые. Я уже знаю, за кого буду голосовать. Да, это будет, скорее всего, празднично. Это долг каждого. Избирательный участок 62. Здесь день выборов ожидается больше 2000 избирателей. Из них около 300 будут голосовать впервые. Для них подготовлены специальные памятные подарки. Каждому, кто проголосует, подарят вот такую обложку на паспорт и значок с символикой выборов. И такие подарки в день выборов по всей республике получат 49 тысяч молодых избирателей. Им заранее отправили пригласительные билеты. Кроме того, любой избиратель, который придет на участок, получит в подарок браслетик, по которому он может пойти на концерт. Закладки для книг, магнитные браслеты, кружки, футболки, что только не дарили в стране молодым избирателям на прежних выборах. Это не первый год проводится. Это для того, чтобы запомнилось избирателю, что ему уже 18 лет, и что он уже гражданин Российской Федерации, который уже имеет право участвовать в политической жизни России. С наступлением совершеннолетия у молодых людей появляются новые права и обязанности, в том числе участие в выборах. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Казань.